Все ждут, не дождутся этого момента. Чемпионы здесь выступают, как вы видите, безо всяких бесов. И вот уже Юнаким выходит на площадку. Ну, с ней дело обстоит так, что в произвольной программе, пожалуй, впервые в этом сезоне скрылись некоторые проблемки. Юнаким здесь, на этом турнире, конечно, может себе позволить получить золотую медаль с такой произвольной программой. Но будут турниры и посерьезнее. И будут битвы поглавнее, где уже вот так вот просто не проскочишь. Причем будет это совсем скоро все. Every champion has their first step, their first competition. Hers was here in Lake Placid. As a team, you also have a first competition.